прошелся. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем нашу работу. Сегодня поговорим о мобилизационной готовности. И для всех очевидно, что эти вопросы в рамках комплексного обеспечения безопасности государства имеют очень серьезное значение. Способность промышленности, предприятий при необходимости незамедлительно наладить или нарастить выпуск необходимой продукции, обеспечить поставки вооружений, техники, комплектующих, других материальных средств в требуемых объемах, является одним из основных условий обеспечения безопасности государства. Мы вот на предыдущие дни об этом, в том числе и вчера, достаточно подробно с коллегами говорили. В ходе внезапной проверки войск в начале года и осенью на стратегических командно-штабных учениях «Кавказ-2016» серьезное внимание уделялось вопросам снабжения частей и соединений, а также готовности предприятий промышленности к выпуску оборонной продукции, необходимой вооруженным силам. В основном предприятия со своими задачами справились. В то же время были выявлены, ну, в такой масштабной работе не может быть по-другому, выявлены определенные недочеты, которые впоследствии могут повлиять на объемы и своевременность поставок продукции военного назначения. В этой связи был дан ряд поручений под руководством коллегии ВПК, Минпромторгом, Минобороны, Росрезервом, другими ведомствами начата работа по устранению указанных недостатков. Так совершенствуется нормативное, правовое и методическое обеспечение предприятий промышленности, касающееся мобилизационных задач. Формируется резерв комплектующих и материально-производственных ресурсов. Кроме того, для руководителей министерств и ведомств, а также субъектов Российской Федерации организована специальная подготовка. Давайте сегодня посмотрим, проанализируем, что уже сделано и что предстоит сделать, выполнить по наращиванию производственных возможностей предприятий оборонно-промышленного комплекса. А также обсудим, как усовершенствовать систему государственного материального резерва и повысить эффективность использования имеющихся запасов. Давайте начнем работать.